Итак, привет от Татьяны, 47 лет. Я обещала выйти в эфир и вам еще раз показать, чем я волосы брызгаю. То есть я выходила в прошлый эфир и вам рассказывала, как я мою голову, какими бальзами смазываю. А этот ролик я скачала этот эфир и запихнула на свой канал YouTube. Канал YouTube можно найти всегда. Татьяна Курчина, пожалуйста, Татьяна Курчина, 47 лет, мы находим. И я не договорила, что чем я дальше брызгаю. Итак, я обработала волосы, да, уже я... И вот они у меня высохли, естественно, я высыхаю, и высохли таким, знаете, завитком, потому что я обработала кремом для завитка. Потом я люблю волосы расчесать. Вот эти все красивые завитки я потом все равно расчешу. Ну, люблю я расчесанные волосы. Можно не расчесывать, они тоже красиво лежат. Но почему-то я вот всегда не расчесанные волосы, меня почему-то как-то угнетают. Мне хочется сделать массаж головы, расчесать. И вот я расчесываю. Да, допустим. Расчесывать очень важно правильной расческой. Но сейчас у меня расческа это Tangle Teaser. Я расчесала. У меня тут куча средств, поэтому они прям... Tangle Teaser я расчесываю. Они, что хорошо, Tangle Teaser, они, конечно, Tangle Teaser, у меня еще есть тоже расчески специальные, очень хорошие. Они не портят волосы, не портят абсолютно и не ломают. А если вы хотите, чтобы волосы отросли, именно надо Tangle Teaser, вот, именно надо не то, что мы тизером, а любым другим. Затем у меня есть спрей. Вот, смотрите, спрей. Солевой, кстати, он оказывается. Он оказывается солевой. TG. У меня еще есть солевые другие спреи, но они мне вообще не нравятся. Это структурирующий спрей. То есть, он 1370 стоит, да, такой спрейчик. И вот потом я все-таки по расчесанным волосам, уже когда у меня красивые такие, ну, свои локоны красиво расчесала, я их делаю опять структурирующим спреем, получается. То есть все равно же волна эта есть, все равно она, хоть я ее и прочесала, все равно она сейчас у меня легко опять сложится в завиток. Но получается, когда ты уже эту волну расчесала, а потом хорошо сдабриваешь спреем, у тебя все равно все очень красивой такой структурой ложится. То есть вот солевой спрей TG мне очень нравится. Мне безумно нравится, смотрите, но тоже дорогая штука. Я уже ее израсходовала. Это Даванис Oil Seal, ну, то есть, нет, Oi Silkening Hair Scent, да? Вот, то есть это не масло, вот смотрите, а именно, да, шелк, делает шелк, он очень красиво блестит вообще, но я уже поняла, что мне его надо экономить, после него волосы, во-первых, обалденный аромат, волосы блестят, структура красивая-красивая, но я уже буду экономить, правда, дорогой, такой вот где-то 1200 стоит, ну, смотрите, сколько у меня уже осталось, так что я лучше... Вот этим пока попользуюсь, а этим на какие-то праздники буду. Еще у меня есть, кстати, знаете, что для красивого шлейфа? Вот. Смотрите, как это все смотрится. Слышите? Такими вот волнами. Еще у меня есть для красивого... Сейчас я вам покажу. Я забыла сразу принести. Вот такая тоже Даванис, очень мне понравился, тоже хорошо для того, чтобы отполировать вот такой мерцающий спрей. Это Даванис, именно мерцающий спрей, он тоже какую-то структуру держит, да, для исключительного блеска. И вот так вот он прошлась, он тоже держит, тоже делает эти локоны, и волосы с ним... Прям вообще мерцают, еще красивее становится. Все это не утяжеляет волосы абсолютно. Все это волосы делает так, что они, ну, как бы лежат такой красивой естественной волной. Сзади лучше надо обработать.
То есть вот мои любимые средства для того, чтобы сделать вот этот вот шик волос поверхностно. Да? То есть уже после того, как мы хорошо помыли, после того, как мы с бальзамами это все прочесали, после того, как мы наложили, сделали на мокрые, не смывающие средства, сделали уже после того, как мы высохли. Ну, опять же, я расчесываю, вы можете не расчесывать, потому что кучерявые волосы, волнистые волосы, да, как у меня вот эти пористые, их, в принципе, это лучше считается и не расчесывать. Но я не могу. Я вот расчесываю, потом, как вы видите, как-то их структурирую еще дополнительно, чтобы не было вот этого пуха. Угу. И покажите, пожалуйста, еще раз. Так, показываю. Мои любимые средства. TG Bad Head Salt Spray, то есть солевой спрей. У меня есть, опять же, есть другие. Я не буду сейчас сравнивать, показывать, но другие мне вообще не нравятся. Я вот этот не нравится. Потому что есть, вот у меня есть другие солевые спреи структурирующие. Набрызгаешь, и волосы как-то вот как сухая солома становится. То есть вот этот для структуры. Ну вот это просто бомбическая вещь. Да, Ванис. Очень хорошая. Дорогая, стоит 2000. И у меня уже вот израсходовано. Прям, а и он такой очень, им хочется брызгаться и брызгаться, брызгаться и брызгаться. Не буду демонстрировать, буду экономить. И вот тоже, да, Ванес, мерцающий спрей. Очень хороший, тоже красивый. Он не так уж прям структурирует, но как для полировки, вот для вот этого мерцания, он действительно мерцание добавляет. Все. Позвольте закончить мой рассказ. Так, смотрите, как смотрятся мои волосюшки. Правда же, вот сейчас я сзади покажу, как сзади. Я уже не видела, как сзади смотрится. Ну вот я хочу отрастить максимально, насколько смогу. Все. Всем красивых волос. Пишите, какую еще тему рассмотрим. Пока-пока. Пока от Татьяны 47 лет. Скачаю на YouTube обязательно. Постараюсь, во всяком случае.